я никогда не думала, что такое может быть. Я никогда не думала, что это действительно случится в этой жизни. Мы писали стихи про войну. Я сама режиссер, хореограф, педагог в свое время. Мы учили историю, но никогда не думали, что это будет на нашей земле. Дом полностью разрушен. Нет окон, дверей, входная дверь вылетела. Даже пол, линолеум полностью все сорвало. Мне просто повезло. У меня, наверное, сильный ангел-хранитель или Божье провидение, что я осталась жива. Я встану, я пойду, я буду все делать для Украины, насколько я могу, насколько хватит сил в тылу. Но я буду только за Родину. И никогда, ни при каких условиях,